На очередном аппаратном совещании у главы, на котором присутствовали руководители отделов, управления администрации, главы сельских администраций, руководители муниципальных предприятий, представители средств массовой информации, с сообщением о работе юридического отдела городской администрации выступил начальник юридического отдела Иван Лихачев. Деятельность юридического отдела городской администрации тесно связана с деятельностью всех структурных подразделений администрации и направлена в первую очередь на обеспечение штатного функционирования органов местного самоуправления. Соответственно, все мероприятия и вся выходящая документация находятся в сфере прямых должностных обязанностей юридического отдела и подвергается анализу на их соответствие юридическим нормам. Отдел юристов осуществляет свое представительство в судах, занимается вопросами взыскания недоимки в бюджет городского округа, пресечением незаконного пользования земельными участками и вовлечением в гражданский оборот бесхозяйного имущества. В ближайшей перспективе юристы городской администрации планируют начать практику по привлечению к ответственности тех собственников садовых участков и домиков, которые не следят за своим имуществом и запускают имеющуюся в их распоряжении землю. Глава городского округа Станислав Суханов обратился к исполнителям с требованием усилить работу административной комиссии по привлечению хозяев, захламляющих свою придомовую территорию и складирующих строительные материалы в неположенном месте. А также он попросил изучить вопрос низких сборов земельного налога.